Если что, я на руле играю. Просто камера так стоит, что там не видно, что я на руле играю. Ну, сейчас надо притормозить, сейчас мы погоняемся, поехали. Привет, Кирпина. Это уголь забанил, но он почему-то не засчитался. Так, фиолетовый. Блин, еле-еле это трудно сказать, на самом деле. Это вообще капец. Я тебе рассказываю, у меня модель руля, короче, Vitech Momo. Это типа самый труднонастраиваемый руль журнала. Вообще его не поддерживает. Но я скачал плагины, говорил Steam, короче, контроллера, типа поддержку контроллера, еле-еле что-то там напикал. Это вообще капец. Я охренел. Я просто охренел. Настраивает сраный руль. Это забанил. Есть четвертый. Ну, пятый. Есть выпятый. Это не будет у меня. Нахрен. Прихотелось. Все время вышло. Так, ты победил. Цель жертвы 3. Счет жертвы 4. Того у нас 6 пунктов. Еще осталось. Ты моя дорогая Накамура. Я хочу Накамуру. Я уже задолбался там с Накари гонять. Реально, ну... Тачка хорошая. Кстати, очень похоже на этот, на Focus Tank. Возможно, с этим не есть, потому что тут... Эти тачки перенаправлены. Это с Кибрала затрагивать. Мы погнали по... магистрали, там по магистрали, а сколько там этот километров в час можно двигаться, ну, по правилам РФ, ну, 110, да? Меня поправят водители. Я просто сам учусь на права, я ни хрен его знает, как, что примерно. Я вот теорию... Разбей ее и забери со свалки. Где? Тачка? Вот она, белая. До свидания, прощай, до свидания. Ну, это она. Вот она! Сука, стоять! По стрелочке хреначит скотина, смотри! Сейчас. Братишка, я тебя забаню! Фермак! Только фермак едет! Зараза, он не сушил! Есть, прощай, до свидания, Накамура мой, теперь мой Накамура. Так, погнали на свалку. И все. Да, реально, на свалку возьмем сюда, Накамура. Я еду. Так, вот тут. Закон не запрещено. А если запрещено, то по этим законам я беру. Так. Еду. Да, хорошо. Помнишь этот джанк-ярд, который на самом деле свалка? Парадайз Сити всего 5, и там можно блин, найти много питания. Блин, мне нравится, на самом деле, вот, звучание, актер звучания, который, знаешь, рофлит, по типу этот, помнишь тот же Джанк-Ярд, ну, который свалка, да, типа. Интересно, вот в реале они что говорили? Они, наверное, не так рофлят сильно. Блин, не знаю, это тут моя любимая гоночка со времен PlayStation 3, вообще охрененная тема. Мне вот просто вот... Просто вот... Затягивает. Так, ну тут мышкой нужно выбрать. Так, сейчас посмотрим. Гонщик, прочность. Блин. Не, ну, Накамура, она ничего, она... Кстати, она не такая уж хорошая, я посмотрю. Не, лучше взять какой-то.
Ой, кстати, это очень похоже на Форд, реально. Прям вот точь-в-точь. Не скажу, что Мустанг. А, ну Мисс Куит, Хантер Мисс Куит. Возможно, это и есть типа Мустанг. Эта машина класса агресса. Дорога не сбивая машину, которая не использует любое время. Бля, смотри, бля, бля. Так, едем на сцепление. Все, ну конечно тут есть. Я просто на самом деле педаль газа отпустил и как бы сцепление. О, заедем на ремонт на хреновину вот эту. Там будет сказочка. Сейчас мы отремонтируемся. Надо бы еще на заправку съездить, кстати, потому что это... Я просто не знаю, как у него электрика пополняется. Езжаю в Волгу-Мерча, а нашему автосервис. Найденный сервис отмечается на карте. Автосервис, по нашему автосервису. Мы на охоту съездим снова. Меня все слышно, ребята, кто на стриме? Нормально слышно через микрофон, а то я могу поближе. Там тормоз. Могу просто поближе микрофон поставить, если меня вдруг не слышно или плохо слышно. Так, погнали. Смотри, 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 я подзавелся, смотри, ля-ля, смотри, смотри, что делаю, смотри, что творят, блядь, смотри. А я думаю, это в игре или здесь, это для жизни. Так, смотри, фиолетовая тачка. Прощай, прощай, до свидания, прощай, до свидания. Нахуй, до свидания. Ушел, блядь, ушел в гараж. О, я его разбил? Сам тоже разбил, не засчитается? Или это как бы типа этот... Называется размен под КС. Да, ля, ля, ку поехал, ля. Она подстава. Подставил, подставил. Так. Ты сегодня поехал, да? Хорошо. Да, масло. Этот масло как тоже поехал в эту сторону. И ошибка. Прощай, прощай, значит, случайно было. Лол.